Хоба, я вот пошел позаниматься немножко своей табатой, и вот у нас во дворе я из окошка снимаю. Вот, вы представьте, вот такая наглость. А все дело в том, я потихоньку говорю, жена спит. Вот, здесь у нас кормушки, птичьи, там вот кормушка, и там кормушки. Вот, и вот уточка решила покушать. Вот ей пофиг абсолютно. Наверное, она меня видит. И, естественно, что это дикая утка. Сейчас попробую ее через дверь снять. Ну-ка, секунду. А вот она. Вот она ходит. Просто ходит. Куда она пойдет? Сейчас она здесь вот. О-о. Не видать, спряталась. Тихо! Убью сейчас. Выйду сейчас. А, да она не одна. Это селезень. Это уточка и селезень. Но вот они не улетели. Они пошли к другому дому. Интересно, соседи новый поставили этот столбик, да, корзину. У них другая была, ее ветром снесло к чертям. Вот сейчас покрепче сделали. Вообще бетонировать надо, конечно. Ой, я босиком вышел, ну ничего. Ну вот они вот. Хорошо себя чувствуют. Вообще-то это нормально. Гришка переживает. Это Гришка. Где тут Гришка? Вот он, Гришка. Переживает. Я что-то делаю, а его не беру. Миша там наверху, наверное. Ну-ка, я еще вниз спущусь. Эй, ребята. Ну вот они. Миша наверху. Где потерял? Нет, они не улетают. Они не улетят. Если я к ним пойду, они от меня пойдут. Ой, хорошо. Ну вот такие вот у нас утренние дела. Она травку щиплет, а что ей? Почему нет? Вот всегда у птиц, да, самец смотрит вокруг, а самка щиплет травку. Наверное, она скоро будет садиться на яйца. И вот они так сейчас, он ее откармливает, ну и сам что-то щипнул. Ну, в общем, такие вот деревенские мотивы. Ну, кто ж так там орет-то, а? Ну, здесь вот воробьи у меня, здесь вот у них домики. Это для белок вот посередине. Это у них домики. И вот там наверху домики, сейчас я покажу. Вот там они уже своих птенцов тоже выращивают. А, вот Гриша теперь здесь смотрит, что я делаю. А Миша спит. Миша не до того, Миша покушал и спит. Ну вот я опять возвращаюсь, да? Вот они. И никуда они не денутся. Ну и ладно, не будем им мешать, да? Тоже любовь утячья, утячья. И то я вам рыбью показывал. А весной все друг друга любят здесь. Ну, теперь уточки. Вот так вот. Ну, пока, всего хорошего. Опа, эта банда меня ждет. Хотят гулять. Стоят, ждут. Ну, сейчас пойдем погуляем. Почему бы нет? Ну, пока.